обычный ноутбук, да. Тихо, хорошо, чуть громко, еще немножко заебись. Не-не, там сначала кипело, а потом режим арии. Есть свежие конфеты с наркотиками, обращайтесь. Естественно. Да, потому что тут, вы понимаете, в чем дело? Вам же предстоит все-таки. Опять же, будет всех тошнить, хотя бы будете четко знать от чего. Подходите, тут еще три штуки есть, я как раз уронил на пол в туалете. А это вот прямо оттуда. Не понял. Да-да-да-да. Еще две, ну, это после следующей песни. Это кого уже... Вообще растерян абсолютно. Вот ему еще троих родить, и он будет уверен в жизни, что полный пиздец. Один это вот непонятно. А теперь, что касается внезапной смены интереса. Вот эти вот прекрасные широкоформатные фильмы в качестве HD с мега-актрисами и с большими дилдо. Это сказка. И я хочу сегодня сфотаться с кем-нибудь здесь. Сейчас подумаю. Ну, если у тебя есть большой, покажи, ну, а то обычно все хвастаются, а там хвастаться-то нечем, блядь. Итак, внезапная смена интересов. А что? Давай. Шаламова.
лежа! Вокруг него все толпит! По старой школе! С руками и с губами! We'll be right back.